Мотор, экшен. Мотор, камера. Друзья, привет. Мы шли снимать другой обзор и вспомнили, что мы обещали подписчице из Германии рассказать про Экит. Дадим? Да. Обещание нужно выполнять, чтобы не было обещанного, 3 года ждут. У нас получилось пару месяцев. Пойдем? Я уже тут. Ты тут? Уже хорошо. Я тоже тут. Так, Экит, друзья, во-первых, это такая система хранения, состоящая из отдельных модулей. Сначала я вам дам матчасть, чтобы у вас понимание было, что и как. Кстати, вот неплохой, интересный видос. То есть меняется глубина, ширина, наличие, отсутствие дверок. Плюс можно повесить все это на шины, поменять цвет и сделать, в принципе, все, что вы хотите. Но это все в размерах маленьких ячеек. Каких-то либо там, да, телодвижений, как комод. Ну, комод есть у Экита, ну, ценник, я считаю, просто конский. Вот, то есть там шкаф, что-то такое вы не соберете. Это именно открытая система хранения, ее часто ей дополняют. Беста, Бримнос, то есть другие системы хранения, когда нужна верхушка. Теперь давайте разбираться, чтобы вы не запутались в том, что я говорю. Значит, открытые системы хранения делятся на 3 вида. Это размер 35 на 35 глубиной 25 сантиметров и точно такой же глубиной 35 сантиметров. То есть размер одинаковый, глубина разная. Плюс есть состоящий из 4 ячеек, глубина 35, а размер 70 на 70. Сейчас мы тоже это все покажем. Цвета, пожалуйста, белый, светло-серый, темно-серый, беленый дуб, золото, красный. И есть еще закрытое хранение, цвета белый, либо темно-серый. То есть вот такой модулечек, вот такой комодик с 2 ящиками, шкафчик двойной либо одинарный и комод выдвижной. Ножки, кстати, ножки классные, вот такие вот ножки Экит за 300 рублей Дима купил к шкафу Бримнос, да, Дим? Да, ребят, у кого неровные полы, вам это поможет. 300 рублей, вот такие ножки, они идеально подойдут для Бримнеса. Вот двустворчатые. Потому что снизу есть перпендикулярные палочки для усиления конструкции. Так, есть из-за них крепится. Есть дополнительно ножки, которые в качестве отдельного модуля, мы сейчас их покажем. Есть просто регулируемые по высоте ножки, накладные шины нужны вам для того, чтобы все это дело повесить. И детали крепления, это чтобы скрепить между собой, вот, собрать пирамидку. Так, это не Экит. Пойдем? Теперь смотрите по цветам. Вот Диме не нравится, чем вообще Дима не любит Экит? Вот за счет вот этой вот. Да, это сверху вижу. Да, можно сверху. С каждой стороны. Ну, вот такой функционал у Экита. Так вот он собирается. Вот этот, о чем я говорил, 35, 35 на 35. Татьяна хотела поиметь, хотела 2 словами сказать, что разность зазора идет при сборке. Вот тут. Не знаю, как это влияется при сборке или другой фактор влияет. Ну, как бы чуть-чуть неэстетично смотрится. Да, немножко вот это. Небрежно. Моментик. А так как ценник нифига не бюджетный у них. Особенно, ребят, все, что касаемо цветных. Вот смотрите, вот в красном цвете 3500 стоит. Ну, в белом тоже. Просто бывает так, что прям это, разница в цене из-за цвета есть. Но это не про Экит. Что-то я про другой хотела сказать, затупила. Ну, вот это мой единственный минус среди всех его плюсов. А так из него можно сделать все, что хотите. Очень универсальное средство. То есть еще более универсальный, чем Калак. Знаете, что даже делают? Эти Экиты ставят на ножки вот такие тумбы, ячейки получаются, прикроватные тумбы. В гостинице Аксай. Так, значит, вот. Давай теперь какой гостиниц? Хостел? Хостел. Давай теперь по цветам. Значит, вот он серый. Все матовое. Кстати, по эксплуатации нормально, ведь как ни странно эксплуатируется, да? Пока в нас никто еще Экит не кинул. Да. Так, значит, это серый размер 70, 35 на 70. Это белый 35 на 35 на 35. И вот он желтый, золотисто-коричневый. К нему очень часто спрашивают, как он сочетается с чехлами Гурли. Ребятушки, отлично сочетается. То есть цвет в цвет. Чехлы подобрать прям можно в тему. А дальше вот это, я считаю, завышенный ценник. Вот такие вот ящики. Да, они на классных стопорах. То есть здесь все вот. Усиления, понятно, нет, потому что ящики маленькие. Здесь металлические внутренние встроенные доводчики. Блин, но 7400, не знаю. Я считаю, это зверско, можно побюджетнее. То есть деньги можно кому-то маленько взять. Шкаф с 2 дверками и 1 полкой. 6500. Это уже с учетом ног. Так он стоит 5400 и ноги 1100. Тоже все на стопорах. Вот они, стопорки. Экитовские отдельно не продаются, поэтому если вы ухайдакали, придется вам жить либо без топоров, либо ползти в Икею, чтобы вам продали с библиотечки запасных частей. А универсальные сейчас не продают?
универсальные кухонные нет, отдельно не продаются, только в наборе с Беста, но я бы не сказала, что они универсальные. А, ножки, вот, на которых он стоит, это металлические. Есть еще платформа, о чем мы говорили, деревянные ноги. И вот, который Дима говорил, там кругляши. Это прям вообще целый сейф, да? В сером цвете. Вот она из бука основания. Интересно смотрится, но оно прям вот именно под размер подбирается шкафом. То есть шкаф на него как на опору ставится. Разница между 25 и 35? По глубине. По глубине. Размеры полностью одинаковые. Вот тем оно и прикольно, вот эта вот разность размеров, ее можно собрать так хаотично, рандомно, да, рандомно сделаешь, и прям, ну, чуть ли не картина. То есть фактически вот такой вот, да, четырехячеечный, он есть и красный, и белый, подберенный дуб, и золото, и серый, и темно-коричневый, и ценник за все, за каждые 3500. По коробку, то, что вопрос возникнет, и как раз заранее подготовили вам. Какие коробки сюда подходят? Это фьюсы по 199 рублей, все держатели для бумаг, потому что мы поставили самый бюджетный. Ну, что было рядом. Да, что было рядом. А так сюда любые. Пожалуйста, вот так встала коробка с Мека. Дрёна сюда не умещается, мы уже попробовали. Вот они тоже переходы, да, по размеру и цвету. Очень нравится красный. Будет классно сочетаться с новыми фасадами Беста и новыми кухнями красными. Фасады красные. Больше, в принципе, каких-то вот, ну, нюансов, не знаю. Вот единственное, что за все-таки комода ценник просто, я считаю, зверский. 11200 за три ящика. Дадим? Да, я не согласен. Это дороговато. Вот. И заодно, эти серии часто сочетают, поэтому по вашей просьбе доснимаем их. Лигсгульд. Металлические шкафчики. Вообще, у меня ассоциации прям вот сейф. Вот такие вот планочки. Дим, покажи, пожалуйста. Что указать? Вот на эти планочки можно что-нибудь вешать. Угу. Куда применить, я не знаю. А я вижу это в детской. Может быть. А я же так же и добавил с экетом. А их с экетом и сочетают. Прям вот, чтоб вообще огонь был. Давай по ценам пройдемся. Лигсгульд, значит, маленький, 25 на 25, розовый, белый, стоит 1490, шкаф 35 на 60, он полностью, ребят, металлический, 3000, шкаф на ножках 35 на 60, 2900, такой же широкий шкаф на двух ножках, 3000, размер у него 60 на 35, и зеленый 35 на 35, и оранжевый 35 на 35, 1990 оба. С экетом сочетаются классно, именно для разбавления цвета. Даже и калаксом берут. Ой, ну вот в основном, говорю, либо детское, либо какие-то такие интересные арт-кафе, студии берут. В общем, если это в стиль подходит, потому что, скажем так, Лигсгульд отдельно стоящий синего цвета в такой в классической какой-нибудь спальне, не представляю, как будет. Ну, единственное, что я бы добавил в этой серии, бы резиновые или пластиковые буфера. Только и буфера правильные. Мужчины поймут. Вот чтобы он не бремкал. Вот сюда бы хотя бы наклеили, или войлок какой-нибудь, что ли. Вот сюда. То уж чтобы закрывался он по-человечески. Это уж больно звонкий. Да. Притом каждый дверка. Ну да, если особенно таких много повесить, и кто-нибудь... Я думаю, для Икеи это несложно придумать какой-нибудь и наклеить пластиковую часть, да? Чтобы глушило звук металлический. Вполне возможно. Кстати, ребят, вообще, кто Икеей пользуется? Кто пользуется вот этой линейкой Лигсгульд? Как вам? Как эксплуатационные качества? Был ли, не был брак? Довольны, недовольны? Можете ли порекомендовать другим для покупки? Ну, как бы, да, вообще стоящая, не стоящая серия. У нас в обиходе Икеи-то нет. Мы им не пользуемся, этими шкафчиками тоже. Мы можем только с ваших слов и со слов клиентов. То есть, соответственно, то, что у нас есть с опытом. Вот. Повторюсь, завышенная цена на выдвижные ящики. Это прям очень завышено. За остальное, в принципе, ценник неплохой. Качество лучше, чем у Калакса. Более плотные стенки, никуда ничего не бегает. Дим, пойдем покрытие покажем еще. У нас таймерик еще есть. Ну, опять это, я чувствую, пластиковая пленочка, да? ДСП, сотово видный бумажный наполнитель, ДВП, бумажная пленка, пластиковая окантовка. Ну, панель, ну как у Бримнеса получается. Фанера, береза, да? У Бримнеса тоже бумажная пленка. Только я не понимаю, это сочетание двух слов. Бумажная пленка, как бумажка может быть пленкой? Может, конечно. Ну, да, окей, все может быть.
как тушь, может быть, органически грузить не буду. Угу. Так, ну что, мы, наверное, все по этике, да, пойдем дальше. Ну да, снимать. Тут, в принципе, больше вам рассказать мы не сможем. Каких-то скрытых марсельских заговоров. Браков нету. Ни разу не было за все время. Пользу стабильный. По цвету стабильный по разному только путали. Но это ну, уже цвет косяк это, не такой брак, что. Ну, это не брак, это просто перепутают по цвету. Да, это не то. В принципе, так все. В остальном я не могу ничего такого плохого про него сказать. Хороший разбавитель стены пустой. Да, подвесить, какие-то маленькие ячейки, порой бывает, вроде бы все в комнате есть, а вот каких-то мелочей не хватает. И, может быть, даже чем брать, допустим, полукулак, с которого все будет валиться, логичнее поставить такой вот модулек. И главное, у него полноценная задняя стенка. Да. Ну, разделять пространство вы им не будете. Это не коллакс, но тем не менее он есть, потому что многие не берут коллакс по причине того, что нет задней стенки. Даже боюсь ошибиться, но я думаю, логически, это является жесткостью конструкции задней стенки. Делает ее геометрически ровную. Может быть. Так, ну что? Непривычный для нас короткий обзор. Да, больше сказать. Мы к такому не привыкли. Я стою, думаю, господи, про что же вам еще рассказать? Ну а все, нареканий нет, брака нет, по ценнику сказала, по размерам сказала, качество материала показали, нюансы показали. Плюс еще металлическую серию заодно захватили. Да. У нас все. Пишите комментарии, мы всегда рады общению. Не забываем про канал в Телеграме. Лайки, комментарии спасут этот мир. Способствуют продвижению видео. Нет, они сначала спасут этот мир, а потом... А спасут мир, а потом способствуют продвижению. Да.